Самой популярной собакой интернета в прошлом году стал померанский шпиц по кличке Бу. Страница интернет-сенсации в Фейсбуке собрала почти 2 миллиона поклонников. А сам пес не сегодня, а завтра превратится в бренд. Весь книжки с его повседневными фотографиями продаются за $15. Дети Асфальта нашли в Могилеве сородичей Бу и влюбились с первого кадра. Ай, мой красивый мальчик. Хорошо, хорошо, потанцуй, хорошо. Милашка Бу настолько няшен, что после раскрутки роликов с его участием продажи щенков померанского шпица во всем мире выросли в десятки раз. И хоть могилевская заводчица Жанна полюбила эту породу не на волне массовой шпицемании, так или иначе оказалась в мейнстриме. Решила я ее приобрести, даже не знаю сама почему. Я ее увидела и заболела. Ну, в нее нельзя не влюбиться, понимаете? Когда видишь это животное, не влюбиться в него просто невозможно. Во многом именно благодаря своей мягкой шерстке медвежонок шпица вызывает умиление. К слову, обеспечить ему модный лук несложно. Пушистый начес раз в неделю, аккуратный педикюр и максимально короткие когти. Вот только стричь пса под Бу категорически не рекомендуется. Шерсть после таких экспериментов не восстанавливается. Зато забота о внешности приносит свои плоды. Честно сказать, когда выходишь на улицу, просто люди все, даже мужчины, вот идешь, да, даже мужчины идут, и они все восхищаются. Шпиц – домашний любимец, завсегдатый покатушек и игр с детьми не упускает возможности повеселиться и покрутить хвостом. Но именно во время игр дома и на улице с ним ухо стоит держать востро. Собака очень подвижная, но хрупкая. Хрупкая собака, надо смотреть, чтобы и дети аккуратно, с ней и на кровати нельзя, чтобы прыгала. Вот. Кушает собачка все, как и любое другое животное тоже. Можно кормить супер-премиум-класс кормами сухими, можно натуральной пищей, то есть мясо, творог, овощи. Все просто, уход очень прост. Собачка расчесывается раз в неделю. Шерсть очень приятная, очень мягенькая. Мыть собачку нужно только по мере необходимости. Еще очень важно в городе выгул строго на поводке. Во избежание всяких несчастных случаев. Собачка, видите, какая озорная. Все ей интересно, везде они любопытны. За мягкую шерстку, добрый нрав и миниатюрность именно шпицы стали четвероногими фаворитами звезд. Юлия Началова, Сильвестр Сталлоне, Николь Ричи, Микки Рурк и Келли Осборн – лучшая реклама породы, которая, вопреки размерам, отнюдь не обладает гнусным характером. Больших собак она не боится. Она не истерична, она со всеми дружит, она со всеми ладит. Котов очень обожает котов. Вполне может жить с котами в одной будке, в одном месте, кушать с одной миски. Уверены, вы уже взялись за поиски щенков шпица, но взвесьте все за и против. Активная собака – друг активных людей. Если же вы не пообещаете шпицу внимания, то и браться за его пушистый хвост не стоит. Ведь главное в животном – созвучность вашему характеру, а не моде.